пропозицію руки та серця. І, звичайно, ви подумали, що ура, ура, я дочекалася. Так, звичайно, я згодна, і почали активно готуватися до весілля. Як на мене, у весіллі найголовніше не тільки емоції, але й спогади після весілля. Ну, наприклад, по фотографіям. Найголовніше, коли ви отримуєте ці фотографії, не розплакатись від жаху. Або декор. Декор, щоб не впав вам або вашим гостям на святі на голову. Або найголовніше – це мейкап, щоб він не поплив до кінця весілля. Так-так і таке буває, звичайно. Тому з командою експертів ми прийшли вам на допомогу, щоб ви знали, що робити, як знайти професіоналів своєї справи і не натрапити на шахраїв. Тому з вами на зв'язку я, Катя Лунгу, і домашній відеоблог жіночого ток-шоу «3G плюс М» – це друга частина весільного блогу. Яка дівчина не мріє про гарне весілля? Щоб шикарна була сукня і марш Мендельсона, фейерверк у небі та золота обручка на пальці. Весілля – це розкіш! Подивимося на розмах і смак весіль вітчизняних зірок. Велика кількість гостей, золото, мармур, натуральне дерево, квіти. Продумана кожна деталь. Весілля у стилі бохо, еко, вінтаж, кантрі і навіть мальдівське. А мейк нареченої. Чи знали ви, що Кейт Міддлтон на своє весілля фарбувалася сама? Бо варіанти спеціалістів їй не сподобалися. А, наприклад, відома співачка Шакіра впевнена, що витрачати гроші на візажиста – це марнотратство. Тому все робить сама. Декор, фотографії з весілля та вигляд нареченої. Що з цього найважливіше, дивимося у програмі. І з нами на зв'язку перший експерт Ліночка Федоренко, практикуючий флорист-декоратор, власниця салонів флористики «Ельфлора». Ліночка, привіт! Добрий день, Катерина! Здравствуйте, наші дорогі будучі молодожони! Сьогодні хотів поговорити з вами о видах, трендах і тенденціях 2020 року. Ну, я так розумію, що таке запитання можна прочитати в інтернеті, але ось так детально і наживо, як ти можеш розповісти, так не прочитаєш. Тому розказуй, будь ласка, тобі слово. Преобладає огромне множество всевозможних стилей, но для себя мы выбрали три самых нами любимых стилей, которые мы непосредственно постоянно работаем в нашем городе и используем. Эко-стиль – это натуральность и экологичность во всех своих проявлениях. Мы используем много зелени, мы используем сухоцветы. Оформление создано для выездных церемоний не только на природе, в ресторанах, где можно позволить создать выездную церемонию. Или даже бывает так, что мы выезжаем за город, ищем подходящее место и создаем там выездную церемонию, потом приезжаем в ресторан на банкет. Тренды года 2020 – это минимализм, сдержанность, аристократизм и дорогие детали. Цвет года признан нежно-голубым. Значит, все голубые оттенки голубого будут использованы в наших весенних, летних и осенних свадьбах. З нами на зв'язку ще один експерт. Я її дуже люблю. Я слідкую за нею у соціальних мережах. Це Наталія Веретєніна. Молода матуся, стиліст-візажист з досвідом роботи більш ніж 10 років. Дівчата мріють не тільки потрапити на її мейкап, але й на навчання. Вона фарбувала відому блогерку Софію Стужук, а також учасниць проєкту «Холостяк». Наташенька, я тебе вітаю. Я правда щаслива, що ти погодилась приймати участь у нашій програмі, поділитися своїм досвідом, професіоналізмом, щоб дівчата знали, як правильно обрати для себе спеціаліста, якісного спеціаліста. Слідкую за тобою. Добрий день, Катенька, добрий день, зрителі. Наташенька, скажи, будь ласка, взагалі, чи важливий мейкап в образі нареченої? Конечно же, я, как прежде всего мастер-визажист, считаю, что самым главным, самым важным аксессуаром в образе невесты является именно свадебный мейкап.
куда же без него. Если честно, я даже в страшном сне боюсь представить невесту без макияжа. Но согласитесь, невеста – это лицо свадьбы. И это лицо должно быть прекрасным. Что важным является в свадебном макияже? Я считаю, что самым важным является гармония. Этот макияж должен быть максимально гармоничным с платьем, с аксессуарами, с букетом, с прической, с женихом, с общим фоном свадьбы. Вот. Поэтому самым важным является именно гармония. Питання одразу від глядачки. Чи потрібно робити пробний макіяж? Адже бувають такі ситуації, коли макіяж не сподобався нареченій, що тоді робити? Ну, тут цікаве запитання, тому що ми розуміємо, що наречена у свій важливий день і так хвилюється, що все було добре, а тут ще й макіяж, який роблять, їй не подобається, або вона знайшла якусь фотографію, це не її типаж, і не можна зробити такий мейкап, вона нервує, ти її не докажеш цього. Ну, будь-які є ситуації, я це знаю зі свого досвіду. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, як правильно це робити? Дівочки, для того, чтобы макияж вам понравился, пробный свадебный макияж нужно делать обязательно. Это мой совет будущим невестам. Делайте пробный макияж. Ведь когда мы выбираем платье, мы примеряем его и не один раз, а десятки раз. Мы примеряем туфли, прическу и так далее. Вот почему же не примерить свой свадебный макияж? Вы должны быть в такой важный день максимально расслаблены и максимально уверены в своей красоте. Поэтому пробный свадебный делаем в обязательном порядке. Что делать, если не понравился макияж? Пожалуйста, если вы видите, что на каком-то этапе мастер сделал не то, чего бы вам хотелось, корректно, деликатно скажите об этом мастеру и исправьте. Сделайте так, чтобы ваш свадебный макияж вас полностью удовлетворил. Друзі, а з нами на зв'язку такий живчик, такий позитив, енергія з неї просто пре, вона матуся також у декреті, як і Наташенька, вона весільний та сімейний фотограф, ви її прекрасно знаєте, це Даша Желіба. Нашунчик, я тебе вітаю, привіт, дякую, що погодилась прийняти участь у випуску. І по-особливому тебе люблю, ти знаєш, бо саме ти фотографувала моє весілля 2 роки. Тому. Ну, про це також поговоримо, як на моєму прикладі. Всім привіт! Катюшка, привіт! Спасибо ще раз, що пригласила мене в вашу програму. Дуже приємно, неожиданно. Вот. Тим більше, сьогодні дуже цікава тема. Я сподіваюся відповісти на всі питання цікаво. Вот. Надіюсь. А як вийде, так уже вийде. Перше запитання від нашої глядачки. Фотограф на весіллі – це один з головних людей, адже саме він робить пам'ять на все життя. Ну тут я погоджуюся точно. Для тебе що таке весілля? Ну, давай, якщо прямо і чітко, то, звісно ж, свадьба для мене – це заробіток. Вот. Потому что это моя работа, я свадебный фотограф. Если в более общих понятиях, то, конечно же, свадьба – это совсем другое в жизни фотографа, и оно очень отличается от простой фотосессии. Ну, во-первых, ты становишься членом семьи. Ты целый день переживаешь какие-то события, эмоции. Твоя жизнь наполнена в этот день какими-то яркими мероприятиями, там, слезами невесты, переживанием жениха. Ты знакомишься с бабушками, с дедушками, которые за тебя переживают, как за свою внучку. В общем, в свадебный день ты становишься членом семьи. Вот, поэтому для меня свадьба – это такое событие, на котором я работаю, знакомлюсь с новыми людьми, отдыхаю, танцую, кушаю вкусный тортик, прихожу домой мега уставшая, потому что если целый день ты на ногах, то это очень тебя, ну, просто очень сильно устаешь, особенно с этим весом фотоаппаратов, рюкзаков и так далее и тому подобного. Ну и потом
Ты человек, который фиксируешь главное событие в жизни двух влюбленных. Вот. И самое классное для меня, что я сохраняю память, и для меня очень важно сохранить ее максимально, конечно же, качественно. Все самые важные события, моментики в этот день. Ну и, конечно же, сделать так, чтобы ребята были довольны. Ну, вот. Вот для меня свадьба — это прям целый грандиозный день, к которому, конечно, я готовлюсь, ну, собираю рюкзак туда-сюда, подготавливаюсь к съемочке, но в то же время иной раз я очень сильно даже переживаю. У меня до сих пор не вышло с привычки, вот в ночь перед свадьбой я всегда плохо сплю. Не знаю почему, я к каждой свадьбе очень переживаю, вот как-то так. Всем привет! Привет, Катя! Привет, зрители! Меня зовут Антонина Павленко, я сейчас готовлюсь к свадьбе. Что для меня главное в декоре, при выборе фотографа, визажиста и тому подобное, на что я обращаю внимание? Начнем с декора. Этот момент на самом деле для меня сейчас не столь важен, просто мы вместе с женихом выбираем зал, который уже будет украшен, ну вернее выбрали, который уже будет украшен, возможно украсим бокалы и сделаем там, ну, цветы, понятно, фотозону для того, чтобы встречать гостей. Момент с фотографом, он, понятно, уже совершенно другой, потому что это фотографии на всю жизнь, это память. А сейчас есть опять-таки несколько вариантов, я выбираю, смотрю, и фотографии, которые эти фотографы уже делали, и просматриваю рекомендации других людей, комментарии, сколько этот человек уже занимается фотографиями и так далее. Есть вариант либо кого-то нового выбрать по рекомендациям, либо же человека, который, ну, уже мой знакомый, который очень много фотографировал там и моих коллег, и меня, нас в компании. Далее, что касается визажиста, это, опять-таки, девочка-человек, которая уже много корпоративов со мной прошла, много фотосессий и тому подобное. Это, несомненно, там, если стал выбор визажиста, сразу же вспомнила сугубо о ней. Тут я выбирать не буду. Это будет точно эта девочка. А далее, да, в принципе, все. Таких как особых пожеланий у меня и нет. Выбираю я и декор, и стиль свадьбы уже вместе с своим организатором, который по совместительству моя ведущая, которая будет на свадьбе. Вот, ну и так, в принципе, все. Леночка, скажи, будь ласка, от на чому треба робити акцент під час декору, щоб, знаєш, прийшли гості, одразу сказали: «Боже, яка краса, я також собі це хочу на весілля». Все начинается со знакомства, истории влюбленной пары, их пожеланий, их возможностей. И только тогда мы с парой определяем 3-5 зон, на которую мы и ставим акцент. Это может быть. Это обязательно президиум, это обязательно выездная церемония, это welcome-зона, зона приветствия, это фото-зона, это зона, сладкого стола, кандибара. Вот на них потом мы и ставим акцент. Как обрати саме того майстра, який професіонал, який зробить саме такий макіяж, як ти хочеш, саме той ідеальний мейкап? Такого мастера нужно искать, только так. Классно бы спросить у кого-то знакомых, подружек, да, кто уже сталкивался с визажистом, который вот качественно работает, который не подведет. Очень часто, например, у меня появлялись такие клиенты, которые видели мой макияж на ком-то, вот, и просто брали как бы номер телефончика. Вот. Еще я считаю, что мастер должен обладать не только вот профессионализмом, да, выполнять качественно свою работу, но еще очень важно найти своего вот такого
гармоничного человека. Да? Очень важно, чтобы в этот день с вами работал человек, который вам по душе, да? С которым приятно работать. Ну, разве это не важно? Тогда пойдет все просто шикарно. Так, тепер таке запитання. Весільна фотосесія, прогулянка важлива чи ні? Є якісь головні помилки на весільній фотосесії? Так, ну, смотри. По поводу прогулки. Я би сказала, що да, вона важна, але можна цей момент просто розділити. В свадебний день... чтобы ребята никуда не спешили, а наслаждались своим днем, выспались, не шли в 5 утра к визажисту, к парикмахеру и так далее и тому подобного, а все это сделали в 10, в 11, в 12 утра, пригласили всех там на 4, 5, 6 вечера, чтобы это все было лайтово, кайфово, то, конечно же, свадебную фотосессию лучше разделить. Например, в свадебный день выделить 30 минут, остальное время пофоткаться там с гостями и так далее и тому подобного. А основную свадебную фотосессию я рекомендую, прям мега рекомендую вообще сделать в другой день. Мы живем в 21 веке, вот, и можно спокойно сделать фотосессию в свадебных нарядах совсем в другой день, не спеша поехать на какую-то шикарную красивую локацию, там 50, 60, 80, 100, там во Львов поехать сделать крутейшие фотографии с прогулки. И это будет совсем по-другому. Потому что когда ребята все делают в один день, свадебная фотосессия, венчание, банкет, сборы, встречи, выкупы, вот сколько практика не показывает, молодые очень устают. Они, ну, как вам сказать, в часов 6-7 вечера, это просто они сидят на банкете, им уже ничего не хочется, невесте просто хочется снять платье, снять каблуки, лечь на диван и отдыхать. А мужчине, жениху, ну, само собой, потому что мужчины вообще для них свадьба, ну, это прям мега труд. Поэтому я со своей очереди рекомендую, конечно же, очень сильно рекомендую ребятам разделять, вот, делать мини-свадебную прогулку, это может быть где-то недалеко от ресторана, выделить там час времени, и все, этого хватит, головы хватит, память будет, вот, а остальное просто наслаждаться днем и отдыхать, вот, и пусть ваш фотограф будет в вашу свадьбу репортажным фотографом, будет снимать ваших друзей, гостей, бабушек, дедушек, вот, а ви вдвоєм пофоткаєтесь просто в другий день. Багато пар не хочуть брати фотографа на весь день весілля, так як вважають, що ресторан – це не потрібно. Твоя думка? До речі, цікаве запитання, і мене дуже багато з цього приводу запитують. Я, наприклад, вважаю, що це важливо, традиції. Багато хто каже, навіщо фотографувати людей, які танцюють або смакують їжу. Твоя думка з приводу цього? Ну, на вкус и цвет. Фломастеры разные, вот. Это мы все знаем. Поэтому кто-то хочет, кто-то не хочет. Я никогда не настаиваю. Вот у меня в моем свадебном пакете, чем отличаются мои свадебные пакеты? Почасово. То есть меня заказывают не с утра до первого танца, с утра до вечера, там ЗАГС-прогулка плюс танец. Меня заказывают почасово. Вот, и если, ну, единственное, что отличается, там, на выходные дни у меня не действует пакет, который минимальный прогулка, а так, пожалуйста, я никогда не настаиваю заказывать меня на целый день. Кто-то хочет снимать репортаж, кому-то важны люди, гости, эмоции, конкурсы, ведущие, бросание букета, торты, да, это все круто, это очень классная репортажная серия, это очень интересно, это тоже память, вот, поэтому... Кому-то это хочется, кому-то это не хочется. Вот. Я, в свою очередь, никогда не настаиваю, что «Ребята, не гоните, давайте заказывайте меня на целый день, вы же завпечатлите все самое важное». Если клиент не хочет, значит, он не хочет. Сейчас в интернете доступны серии, все возможные серии разных фотографов. У меня на сайте выложены серии с разных свадеб. Где-то просто прогулка, где-то просто первый танец, где-то целый день. И тут клиент уже должен сам выбирать, хочет он этого или не хочет. Поэтому репортажная съемка – это по-своему очень круто, это интересно, это... В этот момент фотограф работает на поиске эмоций, на поиске
чего-то необычного, как там ребенок ворует туфельку с под стола, либо как шафер напился и сидит, и просто засыпает и так далее, и тому подобное. Это тоже классные кадры, но кому-то это надо, а кому-то это не надо. Поэтому тут уже дело каждого. Ну, я никогда не настаиваю, что нужно обязательно снимать целый день. Ну, у меня вообще не было свадьбы, и что теперь? А, Леночка, одне таке цікаве запитання. Скажіть, будь ласка, штучні квіти, чи можна прикрашати їм чи ні, це гарно? Ну, знаєш, я навіть не знаю, як реагувати на це запитання, бо це важливе запитання. Для мене якось, знаєш, штучні квіти, ну, якось не дуже гарно, начебто, мені так здається. Або живі квіти. Це дуже дорого взимку прикрасити весілля живими квітами. Влітку набагато простіше і дешевше. Ребят, ну, зараз настало таке время, коли... Вообще не отличишь искусственные цветы. Качество, с которым мы работаем, искусственных цветов, абсолютно не уступает живым. Очень здорово, когда в жару можно использовать искусственный материал. Мы очень часто в последнее время комбинируем. Для того, чтобы создать объемные воздушные композиции, и это было не очень дорого и доступно заказчику, и для получения идеального и классного результата мы с удовольствием работаем с искусственным цветом. Хотя 5-7 лет назад я говорила, что я буду всегда работать только живыми цветами. Время идет вперед, и у нас есть возможность привозить с Европы отличного качества цветы. Я поворачиваюсь в ту сторону, потому что здесь у меня стоит красивая колонна, которую я вам продемонстрирую. Із іскусственних цвітів. Я її спеціально зібрала для сьогоднішнього ефіру. Наташенька, які тренди макіяжу 2020 цього року? Здесь я отвечу очень коротко и понятно. Тренды 2020 и даже 2021 говорят только об одном. Это естественность, естественность и еще раз естественность. Угу. И еще одно правило – это правильно расставленные акценты. То есть акцентируем в макияже либо на глазки, либо на губы. Вот. Конечно же, smokey eyes, стрелки никто не отменял, да? И свадебный макияж мы не должны представлять как какой-то отдельный мейкап, вот. Потому что свадебный макияж выбирает невеста, и все зависит от ее вкуса. А какие все ж таки нюансы есть в работе фотографа? Ты никогда не можешь знать, какая будет свадьба. Наверное, один из таких сильных нюансов — это то, что очень надо искать общий язык с женихами. Вот, ну в моей практике это чаще всего. Потому что мужчины зачастую не любят фотографироваться. Для них свадебная фотосессия – это просто, ну, это трэш. Вот. И женихам очень-очень тяжело настроиться на то, что ему надо позировать. Неважно, какой фотограф, даже тот фотограф, который снимает просто эмоции, для него, жениху, что надо делать эти эмоции. А он не хочет, он хочет с ребятами пить вискарик. Вот. Поэтому, в свою очередь, я всегда стараюсь, вот один из нюансов, мне всегда важно найти общий язык с женихом. Вот, если все окей, зачастую все окей, слава богу, мы классно снимаемся, все хорошо. Другой нюанс – это разделение традиций. Вот, например, одна мама против, чтобы пара фотографировалась раздельно, потому что по там традициям нельзя, чтобы невеста фотографировалась отдельно от жениха, потому что там жизнь у них будет несчастливая. И иногда дергают фотографов, в смысле разделили, в смысле они фоткаются отдельно, ни в коем случае. Вот, вот такие нюансы бывают. Иногда тяжело поставить пару. Вот, и тут ты просто выдавливаешь максимально, что может пара. Ну вот, тяжело им фотографироваться.
это у всех есть, вот. Надо очень-очень стараться, потому что это их самый счастливый день. Невеста хочет видеть себя на фотографии самой сказочной. Вот. А, кстати, один из нюансов – визажисты. Фотограф не визажист, но почему-то очень многие клиенты считают, что фотограф – визажист. Если тебя визажист плохо накрасил, то это косяк фотографа. Потому что фотограф отдает фотографии, визаж некачественный. Кто виноват? Конечно, виноват фотограф. И очень огромный нюанс – это то, что невесты выбирают некачественного визажиста. И вот в свою очередь мне очень часто приходилось тратить намного больше времени на ретушь портрета. Хотя хороший визажист сделает так, что фотографу не надо будет просто сидеть и дорисовывать стрелочки, убирать посыпавшиеся тени, которые были некачественно накрашены, неправильно накрашены. Вот. Ну, я считаю, что вот, наверное, это, кстати, один из таких очень глобальных нюансов. Ошибка выбора невесты своего визажиста. Вот. Поэтому виноват всегда фотограф во всем. Кстати, если прическа распалась, и она некрасивая, то тоже виноват фотограф. Потому что фотограф должен был зафотошопить, хотя фотограф этого не должен делать. Поэтому да, это, наверное, такой хороший нюанс, кстати. Хорошо, что вспомнила. Ну и иногда могут бывать эксцессы, там, типа разбить вспышку, разбить технику и так далее и тому подобного. Привіт, Катю! Привіт всім глядачам! У мене забаром весілля. Хочу з вами поділитися підготовкою. А саме, з чого вона розпочалась. Першим, що я взяла до уваги, це декор, декорації. Як для мене дуже важливо знайти майстра свого діла, який зможе втілити мою і мого нареченого мрію. Після довгих пошуків в інтернеті все ж таки ми його знайшли. Наступним моїм пошуком був професійний фотограф, який зможе передати ті емоції щасливого подружнього життя. А наостанок, як же без гарного візажиста, який підкреслить жіночу красу. А ще я хочу зазначити, що треба бронювати місця заздалегідь, а саме не раніше, як за півроку. Тому що це і є дуже великою проблемою. Ви ж не хочете вибирати з того, що буде. Тому що кожна наречена, кожна будуща пара, подружня хоче найкраще весілля для себе. Ну добре, як ти вважаєш, Дашуль, як парі вибрати саме того фотографа, щоб потім не була така ситуація, що ти віддаєш, або хтось із інших фотографів віддає фотографії, а там жах, безглузді знімки, і хочеться тільки плакати. І в мене, наприклад, в мене була така ситуація з моєю парою, це було 5 років тому, одна із перших, здається, пар, коли просто відмовились від фотографій, бо були настільки жахливі, що навіть від фотокниги відмовились, і все, залишилась пара без фотографій. І вже пройшло 5 років, а я їх зустріла, і вони згадують цей випадок, і наразі дуже засмучені. Ось так. Яка твоя думка? Така как? Кто-то считает меня профессиональным фотографом, кто-то не считает меня профессиональным фотографом. В первую очередь, когда клиент выбирает фотографа, он должен максимально изучить его портфолио. Он должен понимать, какой это человек, какой у него характер, как он общается. Но я, в свою очередь, рекомендую сделать пробную фотосессию. Пусть это будет индивидуальная фотосессия. Попроси подружек подарить тебе сертификат на день рождения, ты хочешь этого фотографа. Либо мужа попроси, либо сама запишись на индивидуальную, не надо тянуть там своего мужа. Посмотреть, как этот фотограф снимает.
Вот. Но мы сейчас живем в эре соцсетей, и мне кажется, отличить фейкового фотографа от настоящего, кстати, уже намного проще, потому что, ну, я думаю, когда клиент заходит на мою страничку, он может пролистать мою страничку до конца и посмотреть, как я развивалась, какие у меня работы, у меня есть сайт, на котором есть мои работы и так далее, и тому подобного. Поэтому, чтобы не попасть на говно фотографа, ну, не надо ссылаться на Google. Вот, потому что, например, те же комментарии в Гугле могут написать фейки и так далее, и тому подобного. Ты должен найти этого человека во всех максимально социальных сетях. Мы живем вот в мире социальных сетей. Фотографы, они есть везде, в инстаграмах, вайберах, телеграмах, тиктоках и так далее и тому подобного. Если ты хочешь еще больше узнать этого фотографа, ну так позвони ему на вайбер, пообщайся. Если тебе будет комфортно с ним общаться, ну значит это твой фотограф, если ты уж так сильно переживаешь. Ну поэтому я очень сильно заморачиваюсь своей соцсетью, той же инстаграм. Почему я так сильно ее развиваю? Почему я постоянно показываю сторис, что я делаю, как я делаю, как я обрабатываю? Почему я показываю разные стили обработки? Иной раз я делаю пост, какой цвет вам больше нравится? Вот, чтобы клиент видел, что я могу и так сделать, и так сделать. Он сам мне скажет: «Даш, мне понравился в обработке, как ты делала там свадьбу». Вот этой паре, что была у тебя в октябре, чем та пара, которая была в июне. Там в июне у тебя слишком все светлые тона, а вот в октябре мне понравилась больше насыщенность. Вот, поэтому, чтобы не попасть, как говорится, на говно фотографа, такие есть говно фотографы, это было, есть и будет, которые могут сделать кидок паре, обещать одно, сделать другое, либо вообще не прийти на свадьбу, взять задаток. Такие фотографы есть. Элементарно найди такого фотографа, ну, в котором ты, ну, на 1000000% уверена. Все. Тем более, я же говорю, поспрошу подруг, побудь на фотосессиях у разных фотографов, посмотри фотографии своих подруг. Наверняка кто-то там женился вчера, позавчера, год назад, 2 года назад. Вот, посмотри, как фотографировал тебя, ну, их фотограф. Ну, вот как-то так. К сожалению, у меня тоже бывают косяки, я тоже могу где-то набокопорить, вот. Ну, я стараюсь сделать максимальное количество кадров и стараюсь отдать максимальное количество удачных кадров, но иногда клиенты тоже бывают мной недовольны, ну, всем ты мил не будешь. Хотя, слава богу, последние пару лет, вот прям, чтобы кто-то чем-то вот был сильно недовольным, уже нет. Я надеюсь. Ну, вроде бы не было. Ну, в общем, что? Соцсети, общение, вайберы и так далее, там потом. Встретитесь с этим фотографом вживую, пообщайтесь. Я думаю, вы поймете, ваш это фотограф или нет. Аленочка, до тебе ще одне запитання від нашої телеглядачки. Чи все повинно бути в одному стилі? Виїзна церемонія, президіум, фотозона, як вибрати стилістику і кольорову гаму на весіллі? До речі, питання доречне, вибачте за мою тавтологію. До речі, запитання важливе, тому що коли готуєшся до весілля, тобі показують приклад, або ти можеш подивитися в інтернеті, або у зірок, і тобі хочеться і того, і того, і того, там бархат, там золото, там срібло, хочу всього, і фіолетовий, і зелений. Чи можна так робити? А, можливо, ну хай буде, а можливо, ні, не гарно. Якщо ребята, будущие молодожены, приняли решение создать декор самостоятельно, то ради бога, это может быть все что угодно и как угодно. Но если ребята пришли к нам, мы проработаем каждую мелочь, каждую деталь, чтобы каждый гость услышал и почувствовал настроение, нежность чувств. И, конечно, почувствовал этот стиль. Стиль, который присутствует в каждой мелочи. А як же правильно підібрати макіяж, який підходить саме тобі? Ось ти побачила в інтернеті мейк, от хочу такий, ось дуже хочу. А ти розумієш, що ну буде не гарно ці наречені. Здесь, девочки, нужно общаться с мастером, да?
нужно советоваться, не стесняйтесь, да, спросите совет, потому что очень часто приходят просто с фотографией, да, вот я хочу вот так. Мастер начинает спрашивать, какое платье, прическа, свадьба и так далее, да, очень важно, кстати, когда свадьба, лето, весна, либо же осень, зима, вот, потому что макияжи кардинально отличаются. Вот, и значит, невеста показывает фотографию, и мастер понимает, что этот макияж абсолютно не гармоничен, да, к данной информации. Вот, поэтому я вот лично, я пытаюсь переубедить, я всегда разговариваю, вот, я хочу, чтобы мои невесты выглядели просто идеально, вот, поэтому я пытаюсь вмешиваться. Многие мастера стесняются, либо же стесняются, либо еще второй вариант, им просто все равно, да, вот, показали, окей, сделали, а то, как будет выглядеть невеста на протяжении дня, на фото, на видео, да, никого не волнует. Поэтому, девочки, советуйтесь с мастерами, вот, и выглядите всегда потрясающе. Де фотографуватися, креативно підійти до фотосесії, хто підбирає місця зйомки. Я знаю, що, наприклад, у мене ти підбирала, да? Ми поїхали, була у квітні розписи весілля, і ми навіть не знали, куди ми їдемо, ти просто показувала дорогу, і коли ми приїхали, ми були у захваті, це був яблуневий сад, все квітло, все буяло, чудові просто знімки. Тому я навіть не знаю, коли пара, да, напевно, шукає, а коли ти підказуєш, коли пара не знає, де фотографуватися. Где фотографироваться? Ну, если я от себя скажу, что я не люблю фотографировать в городе. Я люблю фотографировать там, где природа, там, где много зелени, там, где какие-то растут необычные деревья. Я люблю фотографировать там, где максимально ты не встретишь своих коллег и не пересечешься с другими парами. Поэтому я очень часто езжу на машине в другие места, ищу какие-то локации, вот, и, чтобы привести свою пару. Креативно подойти к фотосессии. Ребята, Pinterest. Есть очень классная штука Pinterest, в которой есть миллион идей, в которых ты можешь найти то, что тебе нравится. Ты можешь на свое свадебное платье одеть шарфик, одеть шляпку, жениха одеть в яркие носки. Вот. И это уже будет креативно. Просто не надо отталкиваться от одного стандарта, а надо постоянно искать что-то новое. И если ты найдешь то, что тебе понравится, так попробуй это реализовать. Я же говорю, Pinterest очень классная платформа, на которой можно найти очень много разных идей, которые можно осуществить потом не в свадебный день, а в абсолютно другой день, сделать какую-то свадебную прогулку, но в свадебных нарядах, но немножко по-другому. Поэтому я, в свою очередь, рекомендую очень часто листать Pinterest. Даже для самых разных фотосессий, индивидуальных, детских, семейных, Pinterest очень классная платформа. Кто подбирает место съемки? Ну, у меня бывает, что жених может с невестой подобрать место съемки. Например, они где-то там отдыхали с друзьями, нашли какое-то интересное место и говорят: «Даш, мы там были, мы хотим там пофотографироваться, давай туда». Ну и, конечно же, и я. Ну, я стараюсь советовать, показывать. Вот. Но так, чтобы было вообще необычно, так, если ты с Кировограда, поедь в Харьков. Поедь в Черкассы. Поедь совсем в другой город. Вот будет необычное место для съемки. Поэтому не бойтесь экспериментировать, не бойтесь ездить, старайтесь найти что-то новое, и тогда вот вы будете креативными. Карантині час проводимо активно, зранку спорт, ну а ввечері моя улюблена справа, трохи музики і робимо карантин веселішим та душевнішим.
час карантину я сиджу вдома, працюю дистанційно та іноді займаюся творчими справами. Одна з них – це спів у караоке. Нещодавно я провів годинний концерт в прямому ефірі Instagram, співав для душі, для тих, хто теж долучився і вивів бажання заспівати, ну і, звичайно, для своїх сусідів. Але сьогодні я заспіваю для глядачів телеканалу «Вітер». Отже, починаємо! З 26-ї весни я закинув свої принципи, це буває рідко, але так помітно. Друзі всі здуріли, мов, всіх понесло на любов, і ніхто не вправі, тут ще ніхто не вправі стримати чи зупинити, це ж нормально, треба буде нам якось жити нам. У тобі так багато сторін, я просто не розумію, я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити, тебе це може вбити. Залишайтеся вдома, займайтеся улюбленими справами, відкривайте собі нові таланти та, звичайно, будьте здорові! Ліночка, ще одне запитання від мене. До речі, воно також, я бачу, що звучало від нашої телеглядачки. Як вибрати декоратора, який не підведе на весілля і зробить свою роботу ідеально? Тому що в мене, знаєш, були такі випадки, коли ти приїжджаєш на весілля, а наречена плаче, тому що декоратор показував одну фотографію, як це буде виглядати. Коли наречена приїжджає, зовсім по-іншому все виглядає. Звичайно, будь-яка б дівчина розплакалась, бо це ж все ж таки найголовніший день, і хочеться, щоб все було ідеально. Як вибрати декоратора? В моїй сфері свадебної індустрії я вже працюю достатньо велике кількість часу. Є у мене десятка топових професіоналів в нашій індустрії. И я с радостью с вами поделюсь этими ребятами, но уверена, что когда вы посмотрите портфолио декоратора, когда вы пообщаетесь вживую, когда вы услышите отзывы подрядчиков в других направлениях, там фотограф, видеограф, кондитер, администратор ресторана, то вам это дополнительно поможет принять правильное решение. Ну и, конечно же, прислушивайтесь к сердцу. Если вам по душе человек, то обязательно получится прекрасный результат. А еще никогда не упускайте возможность лишний раз пообщаться с декоратором по поводу вашего оформления, проговорите лишний раз какие-то детали. Не упускайте эту возможность, потому что, например, я всегда бы хотела быть на связи с невестой. Когда приходит цветок, который мы предварительно обсудили для свадебного букета, я всегда прозваниваю, делаю фото, если нет возможности приехать моей невесте к нам в салоны, я делаю фотографии, отправляю, мы с ней советуем, комбинируем в телефонном режиме, что касается свадебной флористики. Что касается декора, я все это прорисовываю, концепт полностью излагаю на бумаге, потом обсуждаем ткани. Карантин дал нам возможность самостоятельно изготавливать вот такие прекрасные пригласительные. Даже есть вот уже некоторые заготовки. Смотрите, какая прелесть. Все вопросы, все детали мы при встрече обсуждаем с вами. Мои консультации всегда для вас будут бесплатными. Сейчас, во время карантина, я всем рада ответить на любые ваши вопросы. Пишите, пожалуйста, в директ. Стійкість макіяжу залежить від косметики.
Тут від себе додам, що мені здається, що так, це залежить від косметики. Адже на весіллі ми постійно в русі, і у багатьох наречених він починає плисти. Що робити, якщо така ситуація? Ну, я б навіть не знаю, Боже, щоб я робила. Бо це ж треба дивитися, яка косметика, професіональна чи ні, або руки майстра, як вони фарбують чи ні. Ну, зараз Наташа нам все розкаже. Наташенька, тобі слово. На самом деле стойкость макияжа зависит от многих факторов, да? Это и кожа, жирная, сухая, комбинированная. Естественно, это и в какой-то степени, да, косметика. Вот. И еще я вам хочу сказать от самой невесты. Потому что я лично наблюдала за невестами на свадьбе и была просто в шоке от того, как они себя ведут. Потому что макияж нужно тоже уметь носить. Вот. Конечно же, у каждого мастера есть свои фишки по поводу стойкости макияжа, но неправильно сказать, что макияж на 300% стойкий, вот, будете носить неделю. Нет, конечно же, потому что наша кожа дышит, вот. И макияж это не маска, да, макияж нужно вечером смыть, вот. Но при этом он должен выглядеть целый день идеально. И при дневном свете, и при вечернем, и на фото, и на видео. Потому свадебный макияж – это вот такой целостный процесс, когда невеста должна выглядеть максимально круто с утра и до поздней ночи. Невестам я советую обязательно иметь при себе матирующие салфеточки, да, и в принципе можно какой-то блеск, помаду для губ, все. В принципе, для моего макияжа больше ничего не нужно. Часто говорят, что вот даже и матирующие салфетки не понадобились. Но я же говорю, у каждого мастера существуют уже свои какие-то фишки по поводу стойкости мейкапа. Дашуль, і скажи, будь ласка, знаєш, як невеличкий висновок, головні поради, до речі, це запитання також мені написали, головні поради для пари в підготовці до зйомки і під час самої зйомки. Хоча я знаю, що під час зйомки вже фотограф допомагає, як стати, куди піти, куди поїхати. Якщо ваш мужчина зробив вам пропозицію, то не надо сразу же в этот же вечер писать всем фотографам, ведущим, музыкантам и так далее и тому подобное. Обдумайте этот момент и решите для себя, что вы в первую очередь хотите. Вы хотите сделать этот день праздником, весельем, движухой, или вы хотите насладиться этим днем со своей половинкой? Вот. Если вы хотите просто насладиться этим днем со своей половинкой, тогда спланируйте так, чтобы это просто был прекрасный, прекрасный солнечный день, в котором вы выспитесь, пойдете к визажисту, пойдете к парикмахеру, вам сделают шикарную прическу, сделают шикарный макияж, вы возьмете фотографа, пойдете фотографироваться. Пару часиков пофотографируетесь, придете, пойдете вечером в ресторан, выпьете шампанского, отметите, пойдете спать. Но это, в принципе, у меня так было. Если же вы хотите грандиозное событие, хотите праздник, хотите движуху, веселье, то тут уже, конечно, спланируйте так. Но я уже раньше говорила, что этот день должен быть лайтовым, не надо напрягаться, не надо создавать кипиш, не надо со всеми ругаться. Вот. Спланируйте то, чтобы у вас макияж будет в 10, в 11 утра, прическа в 12, жених придет в час, в 2, вы пойдете часик пофотографируетесь, на 4, на 5, на 6 перейдете в ресторан, оттанцуете, выпьете, погуляете и пойдете веселыми, счастливыми домой, а не в один день все сразу, там, венчание, выкупы и так далее, и тому подобное. Ни в коем случае нельзя в один день вкидывать все традиции нашего сильного украинского народа. Не надо. Если вы это все сделаете, то вы, конечно же, устанете. И этот день будет для вас вот как мгновение. Вы утром проснетесь и ничего не будете помнить. В первую очередь, сделайте это событие сказочным и запоминающимся. То есть, не создавайте какой-то мега-коллапс и не суйте все подряд в него. А просто
организуйте этот день. Сейчас в Кировограде даже, ну, в Кировограде есть девчонки, которые по таймингу могут вам распланировать. Пообщайтесь с фотографами. Очень многие фотографы могут вам подсказать, рассказать, что сделать, во сколько это будет лучше, во сколько сделать фотосессию. Фотосессию, например, лучше делать вечером, там, с 7 вечера до 8 вечера, чем в 12 в час дня, потому что тут у нас солнышко, и прям в лицо тебе это солнышко дает, тут синячки под глазами, потому что свет ужасный и так далее и тому подобное. Мягкое закатное солнышко. В общем, в свою очередь, я советую каждой паре, насладитесь этим днем, кайфуйте, вот, и не создавайте кипиша. В общем, всем спасибо. Вот, спасибо, что пригласили меня в эту программку. Была рада пообщаться. Надеюсь, ответила максимально на все вопросы, которые вас интересовали. Хух, ну, а если хотите еще о чем-то поговорить, стучитесь мне в директ. И я, кстати, запускаю на своей страничке штучку «А давайте поговорим», и это будет очень много вопросов по поводу свадьбы и по поводу съемок. Так что вот так вот. Друзі, я впевнена, що ви тепер озброєні інформацією і будете підходити до підготовки до весілля більш професійно, щоб не натрапити на шахраїв, тому що івент-сфера наразі дуже популярна і можна знайти будь-якого майстра. Головне – робити це правильно. Ми вам в цьому підказали. І що я вам скажу ще одне, що ці професіонали вам потрібні не тільки на весілля, а на будь-яке свято, яке ви хочете собі зробити та організувати. Тому будьте уважними, будьте здорові. І якщо ви хочете бути гостею нашої наступної програми або запропонувати якусь тему, обов'язково пишіть нам у соціальних мережах. Дивіться та коментуйте нашу програму. Звичайно, ми завжди дуже раді від ваших коментарів. І з вами на зв'язку була Катя Лунгл та домашній відеоблог жіночого ток-шоу 3G плюс М. Дивіться нас, не перемикайте. Ми вас любимо, на все добре, па-па!